дочь художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, Александра, рассказала о постановке «Капкан», последней работе ее отца. Захаров собирался поставить спектакль в декабре 2019 года, но дорабатывать его пришлось Александре. Директор театра Марк Варшавер предложил ей после смерти режиссера подготовить «Капкан» вместе с Игорем Фокиным. По словам Александры, эта работа отнимала у ее отца много времени, и только в июне 2019 года текст был собран в черновом варианте в репетиционном зале. Александра Захарова поделилась, что самым сложным было открыть портфель папы и достать оттуда пьесу. В этой постановке актриса впервые попробовала себя в качестве режиссера. Премьера состоялась в театре «Ленком» 2 декабря. «Узнай все» напоминает, что Марка Захарова не стало в конце сентября. Он скончался в возрасте 85 лет. А какая из работ Марка Захарова запомнилась вам?